Вот на проспекте Мира памятник, дальше вон скверики, там журавли, вечный огонь. Бывшая третья школа, санаторий, крепость. Пройдемся здесь вот возле Свято-Никольского храма. Там я видео делал отдельное по музею крепость. Там, где танки, БТР стоит. Вот. Здесь пройдемся вот по этой улочке. Проспект Мира. Свято-Никольский собор. Это все находится рядом с национальным парком Кисловодским. Воскресная школа Свято-Никольского собора. Преподобный Сергий Радонежский. Такое старинное здание. Здесь же вот с задней стороны храма, на моем видео на канале смотрите, здесь похоронен художник Ярошенко. Могила его находится. Вот они, собачки бродячие кругом. Смотрите, что тут. Много бродячих собак. Вот такой вот старинный особняк. Он, по-моему, в 1800 году. Вот этот особняк был, если я не ошибаюсь, память меня еще, когда и Ярошенко жил, скорее всего. Давайте я сейчас сюда пройду, на эту улочку посмотрим, интересно. Это называется парковый пешеход. Вот рядом с храмом. Зайдем, посмотрим отсюда. Отсюда вид на санаторий Узбекистан. Вот он, санаторий Узбекистан. Парковый переулок. А, тут проход даже есть. Я тут не ходил ни разу, кстати. Вот тут люди живут. Такие тоже старенькие домишки. Вот видно санаторий-крепость. Это вот раньше вроде бы жилой дом был. Сейчас я так понял, что это к епархии относится все. Вот это такое старинное, красивое здание. Балконы, видите, деревянные. Здесь разбитая дорога. Вот ступеньки, оказывается, здесь ни разу не ходил. Здесь вот рыночек, мини-рынок. Продают изделия свои, шерстяные, вязаные кофточки,
шапочки и тому подобное. И рядом вот санаторий. Санаторий Узбекистан. И вот это вход. Вход в национальный парк. Вот это уже парк начинается вот отсюда. Ну, сейчас пройдем назад. Вот тут разбитая дорога, ужасное состояние, конечно. Если тут проход есть, но почему здесь не заасфальтировать? Все, у них денег нету. В советское время, по-моему, здесь почта была. Вот в этом, вот этот вход, по-моему, был на почту. Посмотрите, это что такое? Злая собака. Кругом бродячие собаки. Вот такой рынок тут. Это санаторий Узбекистан. Узбекистан. Новое название. А мы сейчас подходим. Вот это забор. Это забор музея Ярошенко. Вот здесь художник Ярошенко жил. А похоронили его вот сзади этого храма. Там могила находится его и жены. Смотрите мой канал, там я показываю могилу Ярошенко, а это музей его. Улица носит имя выдающегося передвижника генерала-майора Николая Александровича Ярошенко. Это вот такой вот, вот усадьба его. Там картины, выставка картин. У меня тоже на видео есть на канале, отдельно посвященный музею Ярошенко. И по этой улице тоже я проходил. Там дальше будет клиника кардиологическая, вон с левой стороны дальше. Вот. Все на канале моем есть, поэтому я сегодня туда не пойду. А это мы идем к улице Кольцова. Вот такой санаторий Узбекистан. Рядом с храмом, рядом с входом в парк. Это тоже какая-то кисловодская клиника. Я так думаю. Вот это усадьба Ярошенко. Это вот гостиница. Пульсар. Вот бегущая строка.
номера телефона можете заказывать. Хорошее место рядом с парком. Ну вот проспект Мира на пересечении с улицей Кольцова и улица Гагарина. Вот это улица Гагарина. Ну все, друзья, до новых встреч из Кисловодска.